Сейчас снимаешь? Всем здравствуйте, с вами Антон Дьяк. Что ж, хотел бы похвастаться урожаем сезона 2019, но, к сожалению, нынче картошечка немножко не урудилась. Снимите, пожалуйста, всего несколько мешочков. Да, получилось, к сожалению, гомункулов нынче нету, да. И как бы, ну, я думаю, на несколько месяцев хватит сделать, например, там какой-нибудь там супчик, пожарить, например, с сальцем, со шкварками. В общем, вот таким вот образом. И пойдемте на улицу, я, пользуясь случаем, хочу рассказать про выборы. Ну, в общем, мы сходили еще в лесок и собрали немножко грибочков. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот такие вот груздовочки есть у нас. Есть у нас рыжики. Рыжики — хороший гриб. Рыжик уродился. И вот маслятки. Маслятки. Это маховик. Это какой маховик-то тебе? Так это маховик. Это не маховик. Вот еще подосиновик. Подосиновик. А, вот масленок. Да, это маховик, точно. Точно, маховик. Я немножко запамятовал, но ничего страшного. Вот такие вот, значит, нынче грибочков очень много. Будем делать, жарить их и кушать, потреблять. Ну, в общем, вот это вот поле. Мы собрали картошечку, несколько мешочков. Ну, нам хватит. Как говорится, мы люди непривередливые, да, можем и картошечку немножко покушать, сэкономить и так далее. А пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех своих избирателей, которые проголосовали за меня на прошедших выборах неделю назад, 8 сентября. Я, к сожалению, не победил. Кандидат Осипов всех обошел, как говорится. Но посмотрим, сколько добра этот человек нам принесет. Ну а в общем, выборы, по мнению избиркома, прошли очень гладко, очень прозрачно, демократично. Ну, как говорится, выводы делать вам, дорогие мои избиратели. В общем, всем спасибо, сезон 2019 закончен. Увидимся весной, когда будем садить картошечку, вскапывать грядочки. Всем пока, с вами был Антон Дьяк.